Здравствуйте всем, я Оксана, и жизнь как она есть. Вроде бы солнце светит, ясное сегодня. Мы с утра едем вот к репетитору поехали. Но на улице, так знаете, мерзопакостно. И на лужах, вот у нас ужасная дорога после дождя здесь. После дождей опять все, ямы с лужами. Но на лужах этот лед где-то толщиной сантиметр, представляете? Иней на стеклах был, все сегодня ночью были заморозки. Вон, ничего себе! А так вроде бы солнце, ну днем будет, значит, теплее. А сейчас, ну нет, сейчас заправимся на заправку. Заедем, потому что у меня совсем бензина нет. Сегодня поехали немножко пораньше. Сейчас время только 8:09. Чтобы забрать пораньше, потому что вчера забрала в 12, а в 1:20 дети уже учатся. И мы все бегом. Покушали, переоделись. Но надо, чтобы время было все-таки с запасом. Поэтому сегодня едем раньше. Вообще репетитор с 8 часов начинает работать. График у нее такой. Ну, пока мы проснемся, вон, пока они с утра покушали. Поэтому с 8:30, вот полчаса, вроде бы полчаса, да, но играют такую роль. Ой, солнце прямо аж слепит. Все, сейчас заправимся и поедем дальше. Нам вчера привезли вот такого козла. Ой, как он пахнет. Ну и что такое? Как он пахнет. На всю улицу пахнет. Сейчас вам еще огурчиков принесем. Ну и что такое? Сено жуем. Вон он. Ну, вроде бы как пристает к девчонкам. Не знаю, куда я буду девать. Ну, что такое? Что такое? Куда я буду девать этих козлят? Как бы от него мне козлята не нужны. Ну, посмотрим. У меня здесь это машина, у меня как консервная банка. А вот это вот шпроты сидят. Ну или селедки в банке. Да. Везу вторую смену в школу. И в этом году практически все дети учатся со второй смены. Единственное, сейчас к репетитору ходит четверо детей. И нагрузка получается на них очень большая. Просто это... Тяжело еще и вечером заниматься. Потому что... Они учатся сейчас с 8:30 до 11:30, пока мы доезжаем домой, кушаем, переодеваемся и опять в школу. Ну, пока ничего, пока держатся, да? Ну, думаю, нормально будет. Вот. Сейчас отвезу, заеду в магазин. Сегодня, ребята, спасатели. Вчера, честно, у меня даже сил не было на ферму съездить. Вот эта суета, вот это развести, привезти. Сегодня еще, пока в промежутке привезла. Утром, когда отвезла детей к репетитору, остались еще третьи классы, с которыми мы делали домашнюю работу. Поэтому снимать времени совсем нет. Вот сейчас они будут вылазить из машины, как обезьянки в том мультике. Так, подожди, сейчас вон туда встану, сейчас он проедет. Хайбрид. Ну и что? Хайбрид. Ладно, не хочет. Не хочет. Ну давайте, выходите. Подождите. Я тоже BMX хочу. Все, можно... давайте. Мама.
пошли все. Стартанули все, да? Пошли. Все. Следующий. По порядку. Я уж не выхожу из машины. Все собрались? Да иди сюда, конечно. Все. Пошли. Школьники. Все, нацеловались со всеми. Сейчас заедем. Вань, не забудь, чтобы я не проехала мимо этого Надежды. Хочу взять семена. У нас новый бзик. Нет, ну это не бзик, я второй год все планировала, никак не получалось. Всякую ерунду садили детвора у меня зимой. Но в этом году я им предложила, хотите выращивать зелень дома зимой? Сказали, да, хотим. Попробуем вырастить огурцы. Но пока для огурцов ничего не делали. А так хочу попробовать микрозелень и базилик, петрушку, укроп. Вот такое. Сегодня замочила на микрозелень горох. Ну, дома буду, покажу. Один стеллаж у меня есть, он давно был. И пару стеллажей я заказала, должны прийти в начале октября. Единственное, что второй день прошу Михалыча, чтобы сделал он мне лампочки, а ему все некогда. Ваня, сделай ты мне лампочки. А в ответ тишина. Ладно. В общем, лампочки. А, они клетку еще от попугаев убрать надо. Ее убрали? Нет. Вообще убрать? Вообще убрать, не вынести. У меня туда стеллаж стоит. А куда ее поставить? Ну, он должен забрать еще попугаев. В общем, мы оставили сейчас из попугаев только Кареллу и Волнистого, Розел и вот Неразлучников выставили на продажу. Розел уже забрали, вот Неразлучников тоже должны забрать, и поэтому там место освободится в зимнем саду как раз для полочки. Сейчас заеду, посмотрю, может быть, есть здесь семена. Мама, в Надежду! Вот, да, вот сюда, в Надежду! Я в Надежду свернула, да. Все, пошла я в магазин. Иди в Надежду. Так, а мне нужен телефон, потому что у меня, я ж научилась расплачиваться так вот через телефон, карточка в телефоне. Как и обещала, показываю, что мы будем делать. Показываю, давай. Что? Я шучу, мама. Значит, вот такой стеллаж у меня есть. Единственное, что мы перекрутили полки, вот их всего раз, два, три. Три полки. Одну полку мы сняли сверху отсюда, и придется туда что-то другое поставить, чтобы полок было больше. На этот. А Михалыч, вот он Михалыч, который мне выкину. Вот специально выложу. Я прошу его несколько дней, чтобы он прикрутил сюда лампочки. Лампочки купили, а у него все нет времени. Я уже говорю, я уже горох замочила. Да, уже печень съела. Кого? Печень съела. Сейчас покажу. Здесь же уже одну, вот убрали кусок клетки. Вот осталось здесь три попугая. Их тоже должны забрать. И вот он должен убрать вот эту вот еще клетку. Но не собирается, похоже. Поэтому будем выращивать. Так, здесь у меня... Что-то типа базилика. Ну вот оно здесь на китайском языке. И я не знаю, что это. Тут мне знакомые подогнали. Ну вроде бы как базилика. Может быть это салат такой. Сейчас попробуем перевести. Здесь вот это тоже, ой, как его, кориандр, по-моему. Ну по запаху, по семечкам, да. Я уже попробовала на этот. По-моему, кориандр. Заказала еще кучу семян. Да, кориандр. Для микрозелени. Это у меня укроп. Так, горох подсолнечник. Потом есть чечевица. И две таких полки еще у меня идет. Вот я уже сказала, что придут они в октябре. Заказала Сималэнда. Так что теперь там в зимнем саду будет оранжерея по выращиванию микрозелени. Но не только в зимнем саду. Будет еще на втором этаже. Но там прям будет теплица. Но это будет потом, когда... Это все сделаем. Да? Да. Почему ты был, надо записать на эту? На что? На бег.
На бег я не забыла записать. Я же вам сказала, что разрешаю. Ты сказала, в YouTube я бегаю. Ты что такой мокрый? Да мы еще бегал играли. А Станция мне не сказала, ты не писала. Что? Что можно? Да. Нет, вчера спрашивали у нас у детей, там этот бег на сколько метров? На 100 метров? Сколько метров должен был бегать? На 1000 метров должен был бег. Нужно было написать согласие. Я написала, что вам можно бегать. Станислав мне сказал, не писали никто. Никто не писал? И вы не бегали? Нет. Ты расстроился? Нет. Он, видишь, какой Рома мокрый пришел со школы. Ты что, бегал? Ну вот. Ну давай, заходи домой. Умываться, раздеваться и кушать. Ну, значит... Не теряйте нас, если у нас там несколько дней не будет ролика. У нас все хорошо, у нас все нормально. Единственное, со временем сейчас действительно немножко сложно. Больше как-то этот беготни, больше езды. А сейчас, если дети пойдут на дистанционку, училище уже перевели на дистанционку. Ваня, Никита до 10 октября уже на дистанционке. Вот. Посмотрим, если будет дистанционка, мне вообще будет не до съемок, не до телефона, потому что это с утра, это первая смена, после обеда это вторая смена будет учиться. Поэтому я, наверное, перевезу, чтобы с ними занимался, а репетитор там, кошмар, конечно. Очень сложно, когда идет дистанционка. Опять козел выскочил у нас. Так, поэтому на этом все. Всего всем самого доброго, светлого, хорошего и всего того, что вы сами себе пожелаете. Ну, а на сегодня пока-пока.